Здравствуйте! С вами Ирина Маруги, мастер трансформационных практик, эксперт в психологии отношений. Я помогаю женщинам создавать и сохранять счастливые отношения. Сегодня в нашей рубрике «Ответы на вопросы» я отвечу на один очень интересный вопрос, который пришел от девушки. И она спросила, как можно быстро выйти из состояния стресса и прийти к состоянию расслабления, гармонии. Конечно, более глубокие, глубинные трансформационные практики мы проделываем на моих обучающих курсах. Но у меня для вас есть одна маленькая техника, которая гарантированно вам поможет быстро выйти из стрессовой ситуации и прийти к состоянию расслабления. Итак, эта методика называется 4-7-8. И мир о ней узнал очень давно, несколько тысяч лет назад, от индийских йогов. Почему 4-7-8? Здесь секрет в дыхании. Маленькая практика, дыхательное упражнение, которое поможет вам полностью расслабиться и отпустить все зажимы, неприятности, какие-то блоки, боли, стрессовые ситуации. Итак, 4. Почему 4? Просто объясню сейчас саму суть техники. На 4 мы делаем вдох, делаем его через нос. И пока мы вдыхаем, мы считаем до 4. То есть 4 секунды мы вдыхаем, медленно вдыхаем через нос 4 секунды. Затем мы задерживаем свое дыхание на 7 секунд. То есть мы задержали дыхание и спокойно считаем внутри себя до 7. И третий важный пункт, когда мы выдыхаем мы через рот, мы делаем это 8 секунд. То есть выдох у нас такой замедленный. И мы просто про себя считаем до 8. Выдыхаем медленно через рот и считаем до 8. И таким образом все наше тело приходит в абсолютно расслабленное состояние. Вот давайте сейчас с вами попробуем. Вместе проделаем эту маленькую, но очень эффективную практику. Итак, мы вдыхаем через нос. Таким образом проделывается эта техника. И каждый раз, когда вы входите в какое-то тревожное состояние, чувствуете, что внутри что-то вас тревожит, беспокоит, может быть, расстраивает, какие-то стрессы начинаются, проделайте эту маленькую практику. Как видите, она не занимает много времени, но приносит очень хорошие результаты. А я жду вас на своих обучающих курсах, где мы проделываем очень много более глубинных трансформационных практик. До встречи на моих курсах!